Всем привет! Всем привет, с вами Никита! И мы играем в игру под названием Madness Project Nexus 2. Вот, на Sony я начинаю. Увидите, до себя звук лучше. Я на сайте играю. Я на одном из сайтов. Я вот чуть-чуть тут проходил, письмас. Ну, давайте начнем. Это первый уровень, выехаем все хэмка. Где это? Классная музыка. Где-то в Неваде. А, это видео на Спейн. Классно нарисовано. Ого, как он какой-то. Я пистолет сзади. Меч. Интересно, в этой игре можно отворачивать подножки? Вижу, как ниче мне. Хотелось бы смотреть, как мне открывать дверь. О, говорят носить пробежку под коты. О, у нас 4 матроски. А, ну он не поверхность. А вы не просто пробежку. Вот попал странно, как микрофон туда. А не пойдёт, как микрофон попал. Это как-то странно. Она как бы... А, да, нам вроде нужно кью, чтобы... Да. А цифрами? А, цифрами не работает. Давай. Покажи, я могу отворачивать подходы? Воу! Кажется, это только хэнк может. И прокачанные пацаны. На-на, вот так. Получим. Окей. А, болтаем. Нам что, шифт там сядет? Который поднимает булку и тот. И правда, он сил. Так, бар. Так, бар. И понял. Я не поняла, что там написано. Блин. Чего не понял, что там они хотят. Ты там золотой пистолет. А не, я не хочу от него менять. Меня нам легко пистолет. Сдавайся. Где я ее сдался? Кстати. А на всяких обгоры на силачках всех их чтоб бежать. И правда, работает. Сдавайся до конца. Плохой заключенный. Ой, это наши так помощники, я так понял. Да его шельфа. Который вы. Ну, да на чай нам говорит, я не мог привести, но там против печенька, я не знаю, как я понял. Я играю. Лучше я буду играть всю компанию на среднем. Не хочу быть на и.
мне выбирает кошка, я хочу легкое. Еще два сейчас поеду, бывает, я выбираю легкое и сидеть. Вставайся! Эй, вставайся! Правильно, что ли, вы победили? Лучше он встать. У вас одинаковый цвет постоянно. Ну, разный. Интересно, кто из вас лучше? А почему это две обоймы выше? Это очень странно. Заметьте, две обоймы с одной высоты. Пищает. Ой. Перекрутил я, сдаю. Когда начну его видео, я вот здесь лечу, не посмотрю вниз, и такая же, как я лечу. Ну вот, вы же видите вот эти. Была медаль написана. Там были медали. И вот эта игла мне нравится, что она сейчас выспит. А, ты у них хотя, да, вот здесь. Я сейчас его не хочу выкидывать. Я и буду его отворачивать, возможно, как-то. А вы не умеете. Да, не точно не умеете. Шенфорд, куда ты убег? Эй, это не... Что это за хрюк был? Реально. Что это такой сейчас странный хрюк был? Шенфорд. Подождите. Я спутался. Так, это... Да, я вообще хочу... Давай, я прав. Будем все того и все того играть. Я так хочу, чтобы вот было все по правилам. А то... Его крюк откуда? Откуда он? Просто я... Короче, буду ехать в предпоследнем уровне. Третьем. Что это такое здесь? Пробел? А-а-а, пошёл! Сорвалась эта хитрая штука. Оу. Я думала, что у нас будет всё. Опять сидит у нас чувак. Сядь, сидит на стуле. Каждый раз смотреть во все. Если так надо. Надо было не выключить. И отключать эти шипы. А что, классно? Я сюда. Кстати, какой-то пистолет классный. Пока, я имею в виду, пока она не сорвёт, когда она... У нас сильно бомбанулась, а? Вот так я имею в виду. У нас все рванулось. Надеюсь, что мы будем ехать. Бомбанула, как бы начинается не на «б», а на «с». Вот так. Я надеюсь, что вы хорошо не поняли. Пока, какие-то словаки.
Ладно, вы сейчас в комнате, если хочешь, мы то я увидим. Красная штука вот эта. Давай быстро лети себе. Хотя это нормально. Это нормально. Да. Это нормально что? Быстро здесь. А то если бы ее не было, как бы мне хватит? Все, вот, например, у меня нет мышки, я не вижу. И вот так как бы. Не понимаю. Что сюда же, что сюда же. Что здесь, что сюда. О, у моего автомата кончаются патрошки. А там патрошка. Ой, кончится. Все, сейчас отнимаем уже. А, пистолет. Понял, пистолет. Какой-то автомат, видите? На картинке. Чё? Какая-то... Чё, какой-то листик. Еще один листик. Какой-то паренек с маской. Кстати, видите вот этот с тремя очками? С тремя очками. Вот такой только с красными очками. Где-то я видел такой. Вот эти вот штуки. Это какой рычаг? Можно наливать? Хотя нет, он не серьезный. Надеюсь. Эм, беси. Ой. Эй, а где его крюк? Я его я хочу из патрона, я же не буду тогда. Вот так. Я пить лодку. И правда, я до сих пор. Как сюда я буду подошел? Лучше будет. Кстати, в кабачку тоже нормально. Выхватила ручку. Автомат какой-то. О, кстати, там была вот такая. Точнее, листик. А в эту комнату я могу сесть? Наверное, только дайте кофе.
правильно написано, только драка. Как вы появились? Да. Я понимаю, я сейчас пробел сломать. Ты какой? Я не хочу вот он. Держите себе. Вот эти крутые мегаручки. Тонкие. А он нормальный. Ого! Иди! Иди! Я как ему холму. Стало головы и куски некоторые рахи. Думаю, эту пойду и все. Да, здесь я продам буду. Нам на Е кидать его? Да, нам на Е его кидать. Короче, вот этот предпоследний уровень я буду с Эдвардом проходить. Потому что вдруг там не будет патрушкам, а рукопасики и крутые пацаны будут. Даже больше подкачать. Что я там сейчас говорю? Это я так промолчал и двигал мышку по зданиях. Прежде я выбирал. Я понял, у нас крюк бесконечный. Болтаем сюда, чувак. Как круто мы делаем красиво. Промахнулся и чепи. Вау. Я его подтянул. Воу, круто. Я думал так. Я поддел его на крючок. А, да, это сидел. Вторая лисия. О, реально, там картина у меня. Ну, картинка, и что? Разишку. Получай. Мне кажется, у этого крюка очень много хп. Это просто у этого крюка 50 миллионов хп у крюка, наверное. Хотя это слишком много. Это просто миллион хп у крюка. Надеюсь, я хоть не пропустил ничего. А подвыкивать, что происходит? Хорошо, я, видимо, не могу. А вот эти штуки, видимо, это как-то... Что у нас тут? Вау! Я думал, у нас только крюк. Стоялся я крюком всех. А у нас сейчас, оказывается, пластик стоит. Давай, ну, это очень классно. Такой же, как у Хэнка. Один в один. Только его... Вот этот лучший. Я вроде антивирус, но теперь можно приехать.
Хотя я там не было ничего. Реально, какой-то пистолет классный. Я его вообще не видел пока еще в игре. Видите, что они сразу пистолет. И вот это надо. Пока мы его... Мы это еще... Ты там была как струя. Струя впадала. Как вода. Видите, есть такая же штука. Ух ты, там какая-то... Вроде то новенькая штука. Да, то вроде новая штука. То здесь я то и не видел. Теперь там надпись наверху шла. Ой-ой. Это у него вроде еще нет. Круто, эй, я хочу тоже брать. Какой еще есть? О, у нас кончились патроны. Как сейчас? У нас еще дробовик. Чем? Какой он большой. Ого, я его... Я давай еще один раз. Это у меня вообще хвала. На, эй, Эдвард, сейчас ты прыгнул. Ой, я не по это посидел, все равно буду играть. Я сейчас буду достать. Вот я вот этот звук, для которого меня напугает. Обеды. Его страшненький. Ду-ду, необычный. Вы че взорвались, как и все? Это не так. Когда я сделал именно того пацана, и он взорванулся в тот раз, то я чуть-чуть пробежу. Я что-то пропустил? Оу! Оу! Как это хитрый человек уничтожает? Печально. Ого! Как я много бронежилетов. О, у тебя у меня нет патрончиков сзади. Вот сюда сходи. Тоже будет сюда. Как я её убиваю кого-то? Сколько улетает? Вот сюда пойду. Вот здесь? Нет, здесь точно не будет. А видимо и сюда сейчас. А, это мои как бы подходы скатывались. О, глянь, там какая-то штучка собака. Это потом. Ой, моя картинка. Оу! Ты что-то из... Ты что, сюда не заходил раньше? О, нет, я сюда я не заходил. На, походи. О, пистолет этот пацана дал. А сейчас я читаю, я думаю, который еще один. Видите, у них лося. Я его ученик. Вот, там он здесь. Чуть-чуть вида одного ямца. Но... Вот так. Надеюсь, его увидели. Ого! Ого-го! Ничего себе! О, гляньте! Новая картинка! Вроде не новенькая. Ах, там картинка очень российская. Видите,
убили, в общем, когда я туда чуть-чуть пошел. Горело, в общем. Там была такая штучка, как вот эта штука, отрезана, вот эта кольца. Вот так. И там были какие-то квитки. Я не могу привести. А, да, спасибо. Привет. Нет, я не понимаю. Так, буду ничего искать. Ну, я и так не пройду. Быстро. Быстро. Привет, это дело. Ох ты, там какая-то манипуляция. Я не хочу. Чуть-чуть проехиваю, они чуть-чуть подходят. Кому не круто. Ага, получай. Так. Я ему не могу проехать, вот. Он сидит. Это 54. Так, спасибо. Эй, а почему я ходил? А почему я... Почему не их? Не зачем я? У меня был вопрос. Кстати, вот как-то я не трубка сейчас не было. Ну, может быть, боится, может быть, не боится. Эй, у меня кончаются эти красные штуки, ты что, ты мне попадешь? А-а-а! На. И тебе получается. Какой. Это и вам хорошо, и мне. Ну вот, я думаю, я на это все кончу. Увидимся в следующий раз. И всем пока!